Специалисты «Примавтодора» завершили работы по расчистке русла реки Уссури. 6 февраля филиал «Чугуевский» ежедневно без выходных выполнял расчистку русла реки, занесенного в результате тайфуна Хинамнор. Дорожникам необходимо было освободить 4 участка от песчано-гравийной смеси, валежника и пней, а также направить воду вброд. Конечно, это непросто. Ну, во-первых, мы работаем в условиях, где приходится купать технику, то есть это после нужно будет обслуживать ее, всю нашу технику, то есть попадает вода в ступицы, в мосты, в коробки, в раздатки, в бортовые, также что касается тяжелой гусеничной техники. Ну, тем не менее, задача такая ну, стоит, то есть мы это все дело закончим, сделаем, ну, как говорится, доведем до ума, и все будет отлично.